Только представьте, однажды вы просыпаетесь, а в мире остались только вы и он. Плиту забыли выключить, хозяюшка. Полин, ты представляешь, сколько девушек сейчас подумают? О, да, это было бы классно. Ага. Девушки, дорогие, представляете, не представляете, но это случилось. В мире остались только два человека. Новый Адам и Ева. Ой. Вот все-таки хорошо, что это не реальность, а сюжет фильма «Адам и Ева». Самая экзистенциальная комедия. Скоро во всех кинотеатрах.